круто родники. Вот хочется спросить у главы администрации сельского поселения Гоммы, когда у нас будет вот здесь вот дорога? В Ростовской области, Кагальницком районе, машина скорой помощи застряла в грязи. Пока трактор ее вытаскивал, пациент скончался. Вызов поступил к пожилому пенсионеру, у пациента подскочило давление. Бригада выехала через 2 минуты после поступления вызова. Других дорог тут нет, объехать это бездорожье не представлялось возможным. Время, которое они потратили на поиски трактора, могло бы хватить, чтобы спасти пенсионера. К моменту прибытия фельдшера на место вызова, мужчина умер. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.